Ауч, ребят, ребята, не наступайте, пожалуйста, мне на ноги. Кто-то что-то сказал? Не знаю, я никого не слышала. Ну, ребят. Ой, больно же, смотреть нужно, когда танцуешь. Упс, извини, Сьюзи, не заметил тебя сразу. И не только ты. Тяжело быть девочкой маленького роста. О, слушай, а хочешь, я тебя подсажу? А ты можешь это сделать? Очень хочу! $2, и я это сделаю. $2? Эх, ладно, держи. Это того стоит, чтобы почувствовать себя высокой. Окей, так бы сразу. Запрыгивай. Ого, Сьюзи, высоко ты выбралась. Я до этого Сьюзи даже не видел, если честно. Да что тут такое? Сьюзи? Привет, девчонки! Неплохо! Софи, ты что делаешь? Достали эти каблуки! Ого, Софи, а ты, оказывается, маленькая! Но ничего, сейчас Тайлер меня подсадит, и я тоже буду выше всех. Ага. Да, сейчас я ради денег готов на все. А ведь еще совсем недавно я был самым богатым парнем в школе. А как же много домашки! Эх, на что бы мне все это потратить? Занимается ерундой какой-то. Скорее бы уже урок начался. Надеюсь, училка не придет сегодня и урока не будет вообще. Да, я бы пошел в кафешку. Доброе утро, ребята! Надежда-то была. Доброе утро. Доброе утро, Моника. Оно уже не доброе. У меня для вас есть такая чудесная новость. Урока не будет? Мечтай, Артем. У вас есть отличная возможность реализовать свой стартап. Меня это не интересует. Моника, мы что, будем зарабатывать деньги? Да, будете, но не для себя. Скукотень. Мы с вами начнем заниматься благотворительностью. Супер, отличная идея. А что нужно делать, чтобы в таком не принимать участие? Точно, забыла предупредить. Тот, кто заработает больше всего денег, получит оценку автоматом. Это то, что мы любим. С этого и надо было начинать, Моника. Вот это я понимаю новость. А, как же есть хочется. Наслаждайся водичкой, Софья. Мы же не миллионеры. Да, девочки, нам бы деньги тоже не помешали бы. Ну что, решили, как будете зарабатывать? Но... Да какая разница, у них же все равно шанса выиграть нет. Не, ну посмотрите на них, то есть вы хотите разделиться? Да, мы сделаем вас, девчонки. Ну ладно, как заработать деньги, мы придумаем. А кто за это все будет платить? Тай, закажем сегодня в кафешке несколько мороженых. Не могу понять, каким вкусом мне нравится больше. Ну, конечно, Мия, выкупим сегодня все мороженое в нашей кафешке. Вот же мажоры противные. Точно, вот кто у нас будет все покупать. Ты слышал? Что? Да, перестань спать, пора начинать работать и зарабатывать. Ну что, Софи, ты готова? Быстрее, Софи, Мия с Тайлером уже идут. Я готова, а ты уверена, план сработает? Ой, ну конечно, этим богатеньким детишкам точно захочется купить свой портрет. Но я же не умею рисовать. Тихо, они же это не знают. Главное, что у тебя есть талантливая актриса, подставной покупатель и просто лучшая подруга. Ого, а это кто? Я глупышка. Ты глупышка? Софи.
Софи, молчи, рисуй. У тебя это лучше получается, чем говорить. Это ты еще не видела, как я рисую? Ой, все, Софи, тут и тут. Фух, как же я объелась. Мия, может, мороженого было слишком много? Кошмар, пожалела мне какого-то жалкого мороженого. Мия, ты съела 14 порций. Ой, у тебя всегда было плохо с математикой. Не выдумывай. Ну-ну. Ой, а что это там делает наша одноклассница? Не знаю, рисует, кажется, Софи. Это все? Сьюзи, ты чего? Софи, этот портрет просто нереальный! Ты так красиво рисуешь! Да-да-да, ладно! Пойду всем покажу! Это такое дорогое удовольствие! Что это было со Сьюзи, сумасшедшая? Дорого? Она сказала дорогое удовольствие? Я тоже так хочу! Софи, мне срочно нужен дорогой портрет! Ну, если ты хочешь, я могла бы... Да, Софи, ты же, кажется, неплохо рисуешь. Неплохо? Ты слышал, в каком восторге была Сьюзи? Я тоже так хочу! Отлично, деньги вперед! Без проблем. Есть, клюнули! Вот же глупенькие! Да что ж это такое? Как оно все делается? Ой, почему так долго? Уже готово или нет? Ну... Мы уже можем забрать нашу дорогую покупку? Софи, давай сюда! Что? То есть ты хочешь сказать, это я? Дорогая, в жизни ты красивее. Ну спасибо! Софи, отдай наши деньги! А все, все, деньги к возврату не подлежат! Умничка, Софи, моя девочка! Нет, ну ты слышал? Это кошмар! Ну, вообще не так уж и плохо. Даже немного похоже получилось. Тайлер! Да шучу я, шучу, но все-таки это я оставлю на память. Есть! Да что же это такое? Мими, пожалуйста, дорогая, не мешай! Мамочке нужно сделать еще много работы. Моника, не знала, что у вас есть собака. Такая милашка! Да, это Мими. Ей нужно больше внимания. С этой проверкой домашних заданий я ничего не успеваю. Артём, ты думаешь о том же, о чем и я? Моника, давайте мы вашу собаку к себе возьмем. Присмотрим за ней. Покормим, погуляем, помоем. Правда? Это было бы чудесно! Не бесплатно, конечно. Ах, вы ж хитрые мальчишки. Вот в чем подвох. Ну а что вы хотели? Деньги же надо как-то зарабатывать. Ладно, Мими ваша, будут вам деньги. Пока-пока! Ай, надеюсь, они ее не покусают. Ты будешь ее мыть? Нет, не я. Ты. Покормим, помоем, погуляем. У тебя вообще когда-нибудь была собака? Нет, а у тебя? И у меня нет. Что будем делать? Для начала надо запомнить ее дурацкое имя. Мили, Ники, Мики. Мими. Ну что, уже неплохо. Ну что, Мими, а где собака? Она же вроде бы... Тебе побежала. Чувак, она была у тебя. Да я ее поставила секунду назад, вот сюда. Ну нет, только не это. Училка Моника нас прибьет. Девочки, что это у вас тут происходит? О, привет, Мия. Добро пожаловать в наш салон. Мы профи в косметологии. Хочешь, сделаем красотку из тебя? Да нет, я уже и так красотка. Можете помочь друг дружке. Вот же гадюка, а. Ну ничего, еще пожалеешь, что не попала к таким мастерам. Точно, точно. Сейчас к нам придет какая-то богатенькая клиентка, и все обалдеют, сколько мы денег заработаем. Привет, девочки. Это здесь косметологический кабинет? Да, а ты, наверное, хочешь подружку привести, да? Нет, я хочу, чтобы вы выдавили мои прыщи.
Я очень хорошо заплачу. Ну что, Софи, вперед! Стой, ты куда? Кажется, мне срочно понадобилось в туалет. Ну что, начнем? Давайте сначала вот этот выдавим. Ну что, чувак, что тут у тебя? Да, ну где ты так долго ходишь? Сейчас перемена будет, девчонки прибегут. Ты думаешь, они реально будут готовы заплатить за туалет? Да, я считаю, что это лучший стартап, который можно было придумать. Зачем я напилась этого сока? Потому что его раздавали бесплатно в столовке, забыла. О, девочки! Девочки, девочки, расступились быстро! Нет! В смысле? Мальчики, расступитесь, иначе вы увидите здесь лужу! Хочешь в туалет? Плати деньги! Чего? С какой ты поры наш туалет платный? С сегодняшнего дня! Окей, Софи, за мной! Сьюзи! Ну что? Это же мужской туалет! И что? Он же для мальчика. А еще он бесплатный, пошли, говорю. Ну что, заработал денег? Я думал, у нас все получится. Ну, хорошо. Софи. Я. Ой, я, конечно, знал, что Софи странная, но что, настолько? Сьюзи, и ты здесь? А это разве не... Да, это мужской туалет. А почему ты... Что за гендерное неравноправие? Куда хочу, туда хожу. Лишь бы бесплатно. Ну да, это важное замечание. Ладно, удачи. Пожалуй, схожу в уборную на другом этаже. О, смотри, какая собачка! Крутяк, давай сфоткаемся. Ух ты, девочки, это ваша собачка? Да, наша. Это собака Софи. Класс, а можно с ним сфоткаться? Да, $5 и фотка у тебя в кармане. Ого, ну ладно, заплачу сколько скажете, чтобы с ней сфоткаться. Молодец, Софи, быстро соображаешь. Еще бы, у меня был хороший учитель. О, Мия, ты купила себе собаку? Нет, я купила себе фотки с ней. Хочешь с нами пофоткаться? Да, конечно. $10! Ого, чего так дорого? Недавно же 5 было. Это бизнес, друзья. Ничего личного. Ладно, 10 так 10. Мия, сфоткай нас красиво. Ну где же эта собака? Похоже, нам ее не найти. Ну все, готовься писать тесты до конца своей жизни. А теперь хорошие оценки нам не светят. Моника нас прибьет. Да. Стой, а это разве не Мими? Точно Мими. Стой, а кто это к ним идет? Моника! Только не это! Ребята? О, Моника, а вы хотите фоточку с милым песиком? Для вас скидочка для любимого учителя всего лишь $15. Да что вы, мальчики. Мими, ко мне, детка. Скажи мне, что училка сейчас смотрит не в нашу сторону. Хотелось бы верить, но это не так. Ну все, в колледж с такими оценками я точно не попаду. Ну вот теперь это точно похоже на тату-салон. Сьюзи, не хочу тебя расстраивать, но это больше похоже на спортзал. Софи, не нуди, сейчас придут клиенты и денежки посыпятся, вот увидишь. Надеюсь. Девочки, я слышала, вы тут тату делаете? Да. Вот видишь, я же говорила. Только это необычные тату, Мия. Это как? Это маркером. Ну окей, мне подходит. Ну тогда поехали. О, татушки рисуете? Я тоже хочу. Да, хочешь, и тебе нарисуем? Конечно, хочу.
Софь, я же говорила, наш бизнес пойдет вверх. Это точно нам принесет деньги. И на благотворительность хватит, и нам на вкусняшки. Тайлер, не шевелись. Мы молодцы, Софи. Не поняла? А что здесь происходит? Училка Моника? Вы что здесь устроили? Татуировки делаете? Моника, они не настоящие. Правда. Мия, Тайлер, ушли быстро от этих художниц. В школе таким никто не будет заниматься. И смойте это все немедленно. Девочки, а что вы делаете? Как это что? Собираем свои вещи. Вы ведь нам запретили делать тату в школе. Это школьникам, а мне можно. Вы что, шутите? Нет, мне бабочку. Вот здесь. Вы же знаете, что это платно. А ты же знаешь, что тебе еще сдавать экзамен у меня, да, Сьюзи? Ладно, для вас мы сделаем со скидочкой. Рисуйте давайте, а там посмотрим художницы. Ну что, пацаны, вы готовы? Я да, Дан, ты готов? Я бы с удовольствием, но домашка сама себя не сделает. Серьезно? Дан, ты же отличник и решаешь домашку за 5 минут. И вправду, почему сегодня так долго? Ну... Дан, еще домашку по искусству сделай, ладно? Любой каприз за ваши деньги, юная леди. А, точно, чуть не забыла. Это твое. О, вот так вот лучше. Пока-пока. Ах, вот оно что. Да ты тут, друг, неплохой стартап себе замутил, да? И как успехи? Это самый легкий заработок для меня, пацаны. Так легко деньги ко мне еще не приходили. Да, но этот вариант не для меня. Ну да, ты же и свою домашку сделать не можешь, не то что кому-то еще. Ой, да ну вас! Не понимаю, как мы раньше не додумались до этой идеи. Точно! Нужно было сразу с этого начинать. На нашу еду точно найдутся покупатели. Смотри, Мия идет с Тайлером. Ой, надеюсь, сегодня в меню будет что-то вегетарианское. Да, я тоже хочу чего-нибудь такого. Ребята, кто хочет отведать наши коронные блюда? Одна трава, ой, то есть салат, все как вы любите. О, девочки, вы как раз вовремя. Мы мечтали о такой еде по дороге в кафешку. Есть, предлагаю взять с них двойную цену. Пожалуйста, ваш салатик. Спасибо. Вкуснятина. Надеюсь, это и вправду вкусно. Фу, что это? Это что, волосы? Какой ужас, мы не будем это есть. И платить за это тоже не будем. Софи, сколько раз тебе говорить, свою солому нужно собирать в кучу. Это твои антенны на голове, 100 пудов. Расступитесь, господа. Дорогу лучшим барменам этой школы. Чего? Что за бред? Там что-то вкусненькое. И надеюсь, без волос. Кому самый вкусный и безумно дорогой лимонад? Мы возьмем все. Тай, ты ведь все платишь? Конечно, моя хорошая. Где вы только взялись на мою голову со своими коктейлями? Надо было есть свой салат и молчать тихонечко. Да, сначала деньги. Деточка, деньги в этом мире решают все. Все. Ой, не очень таки хотелось. Софи, уходим. Секундочку, у меня еще одно дело. Софи, ты идешь или нет? Я здесь, просто надо было оставить что-то после себя. Ты о чем? 3, 2, 1. Ну что, вкусно? Да. Фу, волос. О, пацаны, не заняты? Есть разговор. Я свободен, домашку больше не приносят. Я тоже могу говорить. Чего у тебя? Слушайте, скоро эти ваши денежные соревнования закончатся? Ну, еще день у нас есть. Ну, нет. А что такое? У тебя же полно денег. В этом-то и проблема. Из-за этих ваших стартапов я почти без денег уже остался. Меня все покупает, а я трачу. Разве это проблема? Давай с нами. То
точно, у тебя же есть идея, как заработать деньги в школе? Ну... А ну-ка тихо. Девочки, это какой-то ужас. Я не понимаю, любит он меня или нет. Вот же у меня такая же самая проблема. Как же я тебя понимаю? Девочки, тоже мне проблема. Сходите к гадалке, она вам даст все ответы. Точно! Софи, нам срочно нужно найти гадалку. Вот же блондинки, я же просто пошутила. Вы тоже думаете о том, о чем и я? Да, именно это мы и сделаем. Ну тогда за дело. Так, парик, очки, плащ, все на месте. Ну что, ты готов? Еще как. Есть, девчонки идут, собираемся. Погнали. И мы. Ты как думаешь? Мия, не тупи, конечно же это гадалка. Какая красивая женщина. Что за бред, зачем вы вообще меня сюда притащили? Тихо, Сьюзи, пойдем лучше подойдем поближе. Присаживайтесь здесь, чтобы мне было вас лучше видно. Это капец. Девочки, вы тоже слышали эти звуки? А это все разговоры привидений. Ауч! Ого, как настоящее привидение! Да нет, бред это все! Скажите, а ваши привидения могут ответить мне, любит меня парень или нет? И мой, но он, конечно, не мой, но ладно. Так что, смогут они нам ответить или нет? Посмотрим. Они говорят, что хотят вам лично ответить. Прислушайтесь. Вот же глупышки. Это же девчонки, они все глупые. Это да. Кстати, Тай, а где деньги? Не у меня. В смысле? Ты что, не взял с девчонок деньги? Ну... Ну класс, оказывается, что это не девчонки глупые, а вы, пацаны. Да не расстраивайтесь вы так, хотите я вам погадаю? Да ну тебя. Эй, куда вы? А погадать? Девочки, и зачем вы меня сюда притащили? Мия, через день результаты денежного приза. И мы должны победить этих противных пацанов. А я-то здесь при чем? Ну, ты же самая красивая в школе. Ну да, здесь я не поспорю. Ой, извини, что перебиваю твой звездный час, но к тебе есть дело. Ты должна поучаствовать в будке поцелуев. И сколько будет стоить мой поцелуй? Доллар. Да. Маловато. Это начальная цена. Ладно, давайте. Только теперь я в доле. Теперь встречай первого желающего. Привет, Мия. Дан? Ой, Дан, твои прыщи что, снова вернулись? Тихо, не отвлекай их от процесса. Дан, там девочки чуть-чуть перепутали. Там не доллар, там надо еще 3 нуля добавить. Это ничего, я думаю, мне хватит.